Сегодня у нас 2 октября 2018 года. Вот я приехал в город Барнаул с Урала на поезде. И вот сейчас решил к брату Сергею зайти. А он тут со своими чадами, собаками возвращается после утренней тренировки, видимо. Доброе утро. Доброе утро. Тут это не помешает мне. Рядом. О, верно, тут. Рядом. Ты еще больше набрать, ты не мог? Места мало, но мог бы и больше. Хорошенько не хватает. Вот так вот. Люди ленивые, не хотят собак дрессировать, сбагривают. Я подъеду сейчас, летом. Да, опасно, однако. Слава Богу, все.